вот такой амперметр пришел. Большой дисплей, такой большой мне нравится, что большой. Тут шунт интегрирован уже, не нужно никаких шунтов делать. У меня есть на 20 ампер, на 30 ампер и на 1 ампер, что-то между ними. Нет, захотелось что-то почувствительнее приобрести. Давайте вот этот на 30, у него вот какой огромный шунт. Он тяжелый. Какой-то покупал я его несколько, может, 5 лет или больше лет назад я его покупал. Вот все тут сложно. Тут. Вот его шунт вот виден. Тут подрезано, чтобы как бы нужный шунт подобрал. Теперь, видимо, уже никто не делает таких амперметров с таким, такой технологии. Вот мой 1 ампер, но вот тут я его использую как полимер. Ну и тут на 20 ампер, но он не точно показывает, и я его тут разбирал, пробовал калибровать, и он все равно никак точно не хочет показывать. Где-то на 1,5, на пол, на 150% показывает больше, чем есть. А тут вот он вроде бы и постоянный, и переменный мерит. Там может диодики какие-нибудь стоят, что вот экран побольше намного. Этот покуплял в магазине, этот на Алиэкспресс, и тут написано класс 2.5. И тут 2.5 тоже что-то. Но я подозреваю, что этот будет намного точнее, чем этот. Его никак я не смог отрегулировать, чтобы он точно показывать. Пробовал вот эту книжку. Ладно. Крышку снять. Винтик крутить, и ничего не помогло.